Что там нужно сделать, чтобы деньги вернули? Сейчас я посмотрю, что еще продаю. Вернуть деньги, правда, мне на английском. Верхнее меню, где Steam Beaver Help выбираешь, потом Steam Super последних. Это говно, Payment еще, потому что... Purchased by accident. Понял. Блин, не то нажал. Сейчас, ребят, я реально хочу вернуть бабки. Я никогда раньше этим не занимался, но... Должно быть что-то. Меня обманули, это не игра, а дерьмо. Как тебе Биошок? Да, переоцененная игра, на мой взгляд. Нормальная, но слегка переоцененная, как по мне. Кекс деньги. Кекс. Блин, да я отдам ему эти 400, господи, пусть успокоится. Так, ладно, ребят, я в любом случае с Харстоном на сегодня заканчиваю. Может быть, сейчас пойду спать, может быть, немного в эту игру посмотрим, но сил уже реально маловато. Дошли мы до шестого... Пусть посмотрит игру, может, он и не захочет узреть. Алло. Ты не хочешь мне ничего сказать? Ну, я... Не знаю, я извиниться хочу немножко, но... 429 рублей, пожалуйста. Хорошо, скинь мне свой WebMoney кошелек или Яндекс счет, на что тебе удобнее. Хорошо. Господи. Почему тут хотя бы мультиплеера нет? Ты мне объясни. Его нет. Он планируется, если ты решишь... Планируется, да? Если мы решим не возвращать деньги, то у вас пошта. Но ты даже до оружия не добрался, по-моему, ты Почему? У меня не... есть топор. А, ну топора недостаточно, чтобы... Ух ты, это я по воде хожу или тут не глубоко? Я не уверен, что это вода, но... Понял. Ну, спасибо, Илья, что... А Да... ты по дереву бил топором, да? Я бил, я даже снайперку нашел в какой-то момент. А Красиво. что с деревом Не случилось, знаю, когда тут? просто Я звук такой. единственное, я все-таки советую тебе добраться до врагов, потому что именно там игра, она как бы расцветает. Раскрывается, да? Да. Вот. Хорошо. Ну, спасибо, Илья, что Да ладно, ты можешь играл на обращать. замечательное Ну, вообще. за Хердстоуном ты долго и так сидел, у тебя Ну да, уже. нет, я уже собирался спать, идти, это правда, это Но ты правда. же любишь игры про выживач, про Очень люблю, очень. ранний доступ и... Да. Ну лучше DayZ, я же не соврал. Ну да, тут какашка лося, она будто бы везде. Хорошо. И это мне нравится. Ладно, Кекс, давай, как будет настроение во что-нибудь поиграть, ну кроме этой игры, потому что все-таки в ней мультиплеера нет, тут пиши, Да, пиши. хорошо, Илья. Ну зови обязательно, я всегда рад. Доберись до врагов, я буду за тебя Хорошо, болеть. хорошо, да. Я Яндекс скину тебя после стрима. Хорошо, давай. Давай, пока. То есть я попал на 800 рублей, мне еще и за кексы придется возвращать. Но он бегает там, я смотрю, ему хорошо. Ой, Господи Иисусе! Это что за говно?
А почему у меня эта игра лагует? Мне комп помощнее надо? Он реально купил, сука, за 400. Короче, ребята, на этой минорной ноте стрим заканчивается. Расстроился. Хочу поблагодарить всех, кто был сегодня на стриме, кто смотрел стрим, болел за меня. Спасибо Илье. Наслаждайтесь. Сука, он улетел куда-то. Во, приземлился. Мне кажется, или эта игра дальше альфа не зайдет. Эта игра создана для лохов, которые любят игры про выживание, покупают их. И на этом все. Интересно, про кого он говорит. Мне писали, что игра говно. Да я вам сам сказал, что игра... Они выросли, что ли, пока я гулял? А, подождите, нет. А вот дети побежали, да? Что это за дерьмо происходит? Смотрите, он увлекся. Я не могу включить изображение своего стрима, сори, но... Я могу описать то, что происходит. Он пытается бить топором детей фиолетовых. Господи, не смотрите, дети, уйдите от экрана. What the fuck? Ты счастливил разраба, две продажи за день. Ладно, ребята, спасибо всем, кто смотрел. Ой, блядь, ой. Ой, он, походу, наигрался, фух. Как я вообще умудрился купить эту... О, боже, эту какашку. Блин, как выйти назад? Сейчас, ребят, сейчас решим что-нибудь. Я надеюсь, второй раз я нормальную игру возьму, а не эту дресню. Надо еще Юре игру посоветовать. Но там труднее будет, он все-таки такой. У него жидовский настрой, он не проверив, не берет. Он не проверив, не покупает. Но Кекс серьезно настроен, он... Прям серьезно. Настроен на возвращение денег. Самурай Warriors 2. Нет, что-то не хочется. Манки 911, спасибо за подписку. А как называлась та игра с сисястыми, JRPG с сисястыми бабами? Помните, я покупал, как-то раз запускал ее. Как она называлась? Уморительная же вещь была. Там еще каждая... Каждый из тёлок была приставкой, типа, видеоигровой. Сакура Кликер? Нет, другая. Другая. Сейчас я её не найду, наверное. Это JRPG было. Еще когда стрим был с JRPG, я угрожал, что запущу ее, когда чат будет себя плохо вести. Нептуния, точно. Ну что, давайте в Нептунию, наверное, пошпилим. Сейчас я её быстро установлю. Да. Сакура Swim Club, это не то. Это я Гитман ударил. Как прикол. Надо было мне на самом деле заранее продумать, чем заниматься. Я думаю насчет Hitman Absolution, на самом деле меня вот клонит к нему, но...
Я представляю, в какой примерно момент она мне надоест, но поржать с ней, конечно, можно, но такое, такое. Я, в общем, поразмышляю еще денек. Так, сколько вообще Нептуния весит? 5 гигов, ничего себе. Я ее не удалял, у меня новый компьютер, кстати, от Invasion Labs. Подписывайтесь на их группу, там идет розыгрыш видюхи, как у меня, по-моему, или даже, может, чуть похуже, может, получше. В хоррор есть желание, но, понимаешь, нет реально страшных хорроров. Нет реально страшных хорроров, одна дресня. Я просто не думал, что я так быстро пройду Биошок, а если бы не последний уровень, я бы, наверное, его вообще прошел за... Два часа. Никто не оглох, ребят. Я надеюсь, никто не оглох. Я не специально. В общем, она спрашивала у Школоты, кто самый великий персонаж за все время, и говорит, что это я, и прыгать начинает. А до этого люди, школьники отвечали, там мамка, там папка, король. И она такая, я вас всех, говорит, сожгу. И реально сожгла школьников. Ха-ха-ха. Мисс Дирослав, вы поехавшая? Перестаньте жаловаться, вы теперь зомби, все норм. Мисс Дирослав... А, это типа магия, им надо собрать несколько каких-то штук, чтобы излечить их от того, что они стали обгоревшими зомби. Но Академия под атакой. Но, типа, не очень удачный момент для этого. Они всех убивают. Но где? Мы же в самой жопе школы. Там внизу. Тринадцать лет спустя. Попробуй Layers of Fear. Я нашел игру своей мечты. Нет, это не она. Явно не она. Это не игра мечты. Я передумал. Это дресня. Чё-то тяжело с играми в пятницу. Тяжело с играми в пятницу.